Известные политологи, социологи и аналитики выступили на площадке экспертного клуба «Сараб Вактау». По их словам, предлагаемые изменения не спонтанны, они востребованы населением. Не случайно опросы показывают, что референдум поддерживает более 72% населения. К слову, важное пространство для диалога организовал Казахстанский институт общественного развития. Наш экспертный клуб «Сараб», вот, путешествуя, начиная с Кокшетау, заканчивая, вот, ставит точку на самой западной точке нашей страны. И вот нам интересно узнать мнение жителей Мангустауской области. Какие проблемы их волнуют, насущные проблемы, чего они хотят, что ждут от референдума. Потому что в каждом регионе есть свои проблемы, и жители ждут, что после референдума жизнь станет лучше. И я считаю, что нам важно услышать, как сказал Касым-Жомарт Кемелевич, слышащее государство. Нам важно услышать, что хотят сказать центру жители Мангыстау.